Здорово, чатик, привет. Уже добрая ночь получается. А я чё? Я как бы кормлю вообще тут. Почему так поздно? Охуенный вопрос, чел. Блять, когда смог, тогда включил. У нас пока так и не было. Да, так и не было. Опять там Activision что-то по пизде пошло, блять. Этот турнир уже должен был пройти, короче, стримеров. Но все по пизде как шло, так и идет. Что такое Bleed Explosion? Это когда чел вытекает, а потом... Ааа, блядь, забыл! Ой, я обречен играть на Франкфурте чат. Модер только что забанил. Давай узнаем, ебать. Привет, а чё такой лук не очень? Go update. Да, блядь, по-твоему не очень лук? Что тогда очень? Не очень лук. What the fuck is the shit, dude? Блядь, пермент, забаньте его, ладно, что не баньте. Все такие занятые, все фармят, пиздец. Дроп ОБС, 624 про... дропа. Мне кажется, там Таня что-то качает жесткое, блядь, из-за этого лагает. Ну, в натуре прихожу, блядь, а она там ларку нахуй 60 метров качает в секунду, блядь. Что ж, блядь, лагает нахуй, непонятно. Ну так вот, пепка. Мамуля-то у нас довнлодер жесткий. Ввести опцию за 10 тысяч поинтов, прайс-чек вещи, блядь. Хрень. 80% инкриз дэмэдж, 15 атак спид, хп с регеном. Хрень получается. Оцени мое ебало. Слушай, ну твое ебало достойно как минимум, блядь, 10 мирров. Как минимум. Что тебе, блядь, свой прайс-чек не нравится? Сука. По-английски прайс-чек написать можно. Блять. По-русски нельзя. Оцени мою жопу. Твоя жопа вообще бесценна, Таня. А Прец начал играть в поле. Такой вопрос, почему половина гайдов написана безрукими козлами? Да. Потому что на самом деле в эту игру никто не умеет играть. Вообще никто. Даже я не умею. Я тем более не умею. В эту игру можно играть, блять, настолько по-своему, что вообще, ребята, пизды. Это факт, кстати. Те, кто играет в эту игру несколько лет, прекрасно понимают. А сиськи просто, блять, ёбнешься. Танюш, замути что-нибудь похавать, что я, блядь, опять проголодался. Ночной жор! Священный ночной жор, блядь. Он с Турика? Не было. Опять перенесли, блядь, что-то не доделали там. Мира! Блядь, да вы нахуй! Мира упал! Мама, Мира! Мира, блядь, прямо на стиме, Мира! Иди нахуй! Просто иди нахуй. Вот, это нормальная реакция. Иди нахуй, чел. Просто иди... Блядь. А ты вообще вяндара? На хардкоре грандмастеров пошел пиздить. Нихуя напор звуков, блядь. Оу, тут. Ебать. О май гад. У него два макроса. Окей. Еще бы Awakened Poetrade поставишь, блядь, три макроса сразу вылезало, блядь. Как у Кугу Хацкера, блядь, 1000 окон, блядь. С одного хоткея, блядь. Чара тупорылая, блять. Как же, блять. Нахуй вообще таких делать мобов, блять, которые его вскринят, блять. Вот я не вижу, к чё он, блять, он меня убивает. Охуенно круто, блять. Шикарная механика, блять. И нахуй. Ей, перчаточки, бля. Сейчас будет ваншот. Ваншот. Нет. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, блядь, выстрелов, долго держались. Ах, ладно, ребятки, пошел я спать. Ки. Счастья, здоровья вам, благополучия, семейного благосостояния. Давайте, пока-пока. При этом я могу выбрать шампунь, подскажешь? Ну, конечно же, Невея, ё-моё, это ж... Чё, вообще что-то? Ну, гадать не надо, выбирать не надо. Вот сижу, пока челленджи выполняю.
Шейпер Элдер Айтем. Нихуя! Ебать! Это что за хуйня, блядь? Почти топ-ролл фейсбрекеры с френзиками, нахуй. Нихуя себе, блядь. Понял? Была бы эта лига не говна, блядь, они бы дохуя стоили. Хотя похуй, блядь, Т-16 еще регнем. Макс Делириум, блядь. Спивайте, блядь, слышишь, нахуй, слышишь, блядь, слышишь, ты меня слышишь, блядь, я тебя не слышу, нахуй. О! Хорошо, блядь. Ну, два их у меня, и чё? Ну, по экзо они стоят. А почему не по экзо стоят? Там какой-то баг нашли, что ли, абус? Кидаешь мапку, горизонт скибаешь, такое. Как он будет экс стоить? А, понял. Не, этой лиги вообще пизда полная. Я же не хочу эту лигу играть, чисто так ачивки выполнили. Охуеть скорость, блядь! Охуеть скорость, блядь! Blizzard, спасибо большое, блядь! За BlizzardNet черного цвета 20 века, блядь! Что это? Пиздец, я, блядь, в колдячку хочу поиграть, блядь. У меня сейчас и нет вообще идеально работает, блядь. Там какая-то ошибка в роутере возникла, я ребутнул роутер, все нормально стало. 6 линк, астрал плейт, без влияния. Да, делириум, рбы фосили, круто. Слушай, 1x стоит база там. Какая, блядь, там вообще обнова может быть в колде? Вот я, блядь, зайду, нихуя не поменяется, я уверен. 30 гигабайт. 30 гигабайт обнова в колде весит, чат. Некоторые игры столько весят, блядь. А, ебать ему похуй вообще. Ебать ему насрать на меня, блядь. Я... ясно. Вопрос с ними. Ну, этот нормально умирает, этот нормально умер. Ну умри, блядь, алло! У тебя нет здоровья! Да паскуда. Да-да, Хэдхантер, ага. Чё ещё? Еще хэдхантер. Пиздец. Два хэдхантера на одной мапе, прикиньте, еба. Вот это везение. Ай, блядь. Да ебаные птички, блядь. Сука, он почти дотек. Еее, бля, легко было, пиздец. Очень легко, я вообще его не почувствовал. Вы его почувствовали, чат? Я нет. Абсолютно. Блять, эта лига, походу, задизайнена чисто вот для вот этих долбоебских билдов, да, я так понял? Ну, я просто хуй знает, как можно комфортно вот такую хуйню фармить. Блять, какая охуенная лига, пиздец. Пожалуйста, блять, месяц еще ждать новую лишку, ёбаный ваш рот, блять. Как это долго, блять. Насколько же эта лига хуйня? Какой, блядь, триал, боже! Какая, крутая лига, крутая. Очень нравится. Ты либо фармишь на Геральт хуйне, либо не фармишь вообще. Круто, блядь. Просто гений эту лигу придумал, блядь. Просто гений, блядь. Можно я, блядь, просто полутаю, блядь? Просто, блядь, вещи подниму, блядь. Ой, боже, блядь. Нихуя я профессионально заблочил. Нихуя я профессионал, блядь. Да, хули это я, меня зовут Евгений, я реально гений. Не, эта лига прям действительно, ну очень хуёвая, блядь. По ощущениям, она, блядь, хуже даже этого, нахуй, Бестиария. Бестиария худшая лига вообще была, но сейчас-то Делириум. Хотя у Делириума пиздатые вот эти вот джевелы, бля, нереально крутые, базара ноль, но все остальное, пиздец вообще, удалить нахуй из игры, блядь, никогда не добавлять. А в новой колды просто печаль. Слушай, да, согласен, реально печаль, блядь, вообще. Полностью согласен. Я, блядь, поиграть даже не могу, нахуй. Бля, Blessed RNG, пожалуйста, пусть следующая лига не будет вообще никакой сложности представлять. Вообще, блядь, ну то есть вообще там не будет, блядь, ничего сложного, нахуй. Вот в плане, блядь, без всяких вот этих вот
Делириус, Хуириус, блять, вот это вот, блять, вот это вот, та-та-та, блять. И чтобы, блять, зашел и играл, блять, просто, блять, пожалуйста. Ну, навряд ли это будет, блять. Потому что очень сильно подрывает рабочую обстановку вот эта вот хуйня коронавирусная, блядь. Будет, скорее всего, супер криво, блядь. Такая лига сам пиздата, Incursion, вот мне она вообще очень нравилась. Там ничего сложного в ней не было. Она просто добавляла кучу контента и охуенную большую игровую механику. Там ничего не было сложного, там не было тиров сложных, не было никаких стаков дерьма, блядь. Просто ты играл и было вообще охуенно. Так еще не крашила. Поехал периодически крашиться, блядь. На любом компе. Это вообще не бенчмарк, блять. Не тестер, блять. То ли дело PUBG, блять. Вот то, ебать, настоящее испытание для любого компьютера, блять. Это софт нет, это соло селфаунд хардкор, блять. А, китайская гонка, блять, еще. Тут, если это реально соло, ты псих. Чел, ну я же только что, блядь, только что принял трейд, блядь. Пипка, ну ты видела, да, этого чела? Это же пиздец просто. Without taking damage from his blood projectile. Короче, бегать вокруг него как долбоеб, пока он два раза не тэпнется, блядь. Понял? Кто эту хуйню придумал, а? Пипа, блядь. Ну все. О, пипка, не уходи, блядь. Что здесь написано? Используй Zorbov Chance, чтобы получить 10 из 12 предметов, блядь. Ебать, 3 хэдхантера за день. Вот это да. Да нахуй я их открываю-то, блядь. Я что, дебил? Получается, да. Че это за хуйня? Блять, хедхантер проебали. Надо было подбирать. Эх, нам нужна уникальная коробка. Блять, мисклик. Слушайте, ну вправду бывает, у всех бывает. Ну че вы, блять. Wait a minute. My spirit is spent. Выполнено. Так. Как-то вырвалось само. С какой скоростью колдаун скачается? 600 килобайт, извините. Еще нормально, блядь. Так, Monstrous Treasure Prophecy. 5C? Чего, блядь? What the fuck, блядь? Да удачи, удачи, чел, нахуй. Я тебе вообще не нужен, блядь. Зачем ты мне пишешь? Ебать, Франкфурт сервер перформанс, блядь. Тупо Гималай на логометре у нас. Если ты думаешь, что это сцена так лагает, нет. Не сцена. Actually lags. Блять. Chance to result the following 12 outcomes. Блять, меня ебучие стронгбоксы запутали, блять, это. Ой, блять. Ой, блять! Нахуй, я ливаю, блядь. Ладно, не ливаю, ладно, блядь, собрался нахуй. А я, ну, тебе писал, а ты что-то важное делал. Я пиздец занят максимально, парни. Я такой хуйней. Ачивки выполняем, блядь, сидит. Блядь, это самое тупорылое, что нужно делать в пое, делать ачивки, блядь. Но я почему-то это делаю, я не знаю почему. Ребятушки, на сегодня с пое все. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.